Пандемия из-за коронавируса едва не оставила ее без бизнеса. Еще два года назад Татьяна Балбалчан руководила небольшой швейной фабрикой в родном селе и экспортировала продукцию в Италию. Но производство пришлось закрыть, так как в этой стране была одна из самых больших вспышек вируса. Жительница села Препелица Санжирейского района не отчаялась и начала новое дело. Теперь молодая женщина шьет из хлопка персонализированные эко-сумки и рюкзаки. De ceva timp coasem pungi pentru Italia. Din cauza pandemiei create de COVID-19, comenzile s-a stopat. De aia am început să cos. Мастерица надеется, что ее работы помогут жителям Молдовы быстрее отказаться от полиэтиленовых пакетов и сохранить экологию. Ține până la 15 kg, este din bumbac natural. Fiecare o folosește unde vrea, la piață. Eu, spre exemplu, țin documentele. На создание одной сумки Татьяна тратит около 2 часов. Основным украшением служат рисунки и вышивка. Multe idei vin de la clienți, spre exemplu, și această inimioară. Cineva am făcut-o și pe alb, o mămică a vrut pe verde. Всего за месяц мастерица обзавелась клиентами не только со своего района, но и за границы. Acest rucsacel a comandat o mămică pentru Simonel, băiețelul ei, cât și frățiorul ei Bogdan. Are 4 anișori și cu el va merge la grădiniță. Comenzile le am și din sat, și din raion, Sângeriei, și am și câteva vreo 10 torbițe acum trebuie scos, le trimit în Irlanda chiar. Одна эко-сумка или рюкзак стоит от 100 до 160 леев.